Уважаемые жители Астраханской области, от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Приближается долгожданная пора, волшебное время празднования Нового года, которое приносит надежду на лучшее и дарит ощущение чуда. В эти дни мы собираемся в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, делимся достигнутыми успехами и строим планы на будущее. Этот замечательный праздник объединяет людей разных поколений, напоминая о том, что семья, любовь, доброта – самые ценные в жизни. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Мы гордимся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на новых российских территориях. В этом году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Астрахани присвоено звание «Город трудовой доблести». Это большая честь, означающая признание значимости вклада, который внесли астраханцы в общее дело победы над фашизмом. И сейчас наши земляки также доблестно сражаются за мир и оружием теснят националистов прямо в эти минуты. Мы всей душой болеем за наших бойцов и желаем им скорейшего возвращения домой к своим семьям. Дорогие друзья, желаю, чтобы наступающий год принес добрые перемены. Пусть праздник, проведенный в окружении родных и друзей, наполнит теплом и светом ваши сердца, вдохновит на осуществление задуманного. И какие бы планы мы ни строили, какие бы масштабные цели перед собой ни ставили, важно помнить, что они неразрывно связаны с благополучием нашей Родины. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!